Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проект «Теледоктор» на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. Як завжди, про здоров'я. І сьогодні ще й про красу будемо говорити протягом наступних 15 хвилин. Тож сьогодні в нас гостем студії є косметолог Олександр Капелька. Вітаю, Олександра. Добрий вечір. Так, і говорити ми з вами будемо про те, як зберегти свою шкіру здоровою. Так, в цей агресивний зимовий час для нашої шкіри. Плюс ще й наші свята нам, скажімо так, наразі допомагають трошки погіршити стан, особливо жіночої половини людства. Так прекрасно, адже велика кількість мейкапу накладається. Так, давайте почнемо, мабуть, із першого розділу нашої тематики сьогоднішньої. Все ж таки морози, які впливають досить агресивно на нашу шкіру. Як захистити себе? Ну, в самую первую очередь необходимо в зимний период и в холодные периоды года питать кожу. Да, если в летний период, летний, осенний, весенний, необходимо увлажнять кожу, чтобы она сохранялась как можно больше, моложе, упруже и выглядела намного ярче. Необходимо увлажнять. В данный период необходимо питать кожу. То есть специальные средства, тот, кто ухаживает за кожей, он понимает, какие средства, они должны быть максимально там, концентрированы именно в питании кожи. Так. Вот так. Що ж це питання, що це насичення під собою підлягає? Тобто, що це означає? Які елементи мають там бути? Як саме треба живити кожу, шкіру, вибачте, для того, щоб вона все ж таки виглядала здоровою? Смотрите, в літній період зачастую пользуються кремами, да, там, з вітаміном, який входить в состав вітаміни, вітаміни групи С, группы Б, в зависимости от типа кожи и проблемы кожи. И в основе лежит это как гиалуроновая кислота, она является непосредственным увлажнителем для кожи. А в области питания кожи необходимы такие средства, как пептиды, церамиды, которые хорошо проникают в структуру кожи и доставляют полезные ингредиенты именно в депо необходимости для новых клеток эпидермиса. Ну, трошки зрозуміли, для того, щоб не вдаватися вже в особливо технічні нюанси, так, і фармакологічні якісь, залишимо це питання ось таким відкритим, але ми дали людям зрозуміти, яким чином і на що звернути увагу. Добре, знов ж таки, як у побутових умовах теж не травмувати себе, адже ми досить часто, можливо, зранку, там, хтось забуває про догляд шкіри, просто ми йдемо до ванни, вмиваємось і виходимо на вулицю, де нас зустрічає вже морозна погода, шкіра стає сухою, починається якісь незрозумілі корозії на шкірі і все таке інше. Як цього уникнути? Во-первых, для чоловіка, який, да, ухажує за кожею, для кому это необходимо, у него имеется собственный набор. То есть, если человек просто умывается мылом, да, он нарушает pH кожи, он нарушает структуру целостности кожного покрова, и уже кожа пересушена, не восстановлена, и без специальных средств, выходя на улицу, это, конечно, будет ощущаться дискомфортом, это будет сухость, потом ощущение сильного холода на кожу. А тот, кто ухаживает, он умывается специальными средствами с поверхностно-активными веществами, которые благоприятно влияют на качество и структуру кожи. После этого нарушения pH кожи, они восстанавливают pH кожи с помощью тонизации. Специальными средствами, вот тоник еще в народе говорят. Поэтому и после вот этого тоника следующий шаг – это крем по типу кожи, подобранные специалистом. Но в наше время люди сами себе подбирают, и читают аннотации за крема в масс-маркетах и вообще в любых магазинах, которые не, где продается косметика, да, себе приобретают там увлажняющие, там, ну, питательные, не всегда могут себе правильные подобрать, потому что все фирмы разные и не всегда полезные. Вот так вот.
Так, ну ваше ставлення, я думаю, глядачі, які бачили наші ефіри до саме мас-маркету, ми знаємо. Це не дуже добре для шкіри, так? Не то, что дуже плохо для шкіри, а необхідно розуміти, який крем необходим именно вот для меня или для вас, да, какие причины, почему. И когда человек ищет крем, у него есть причина для этого, да. Первая причина – это дискомфорт, что-то не нравится, да, с кожей. Или могут быть высыпания определенные после той же декоративной косметики. Вот такие моменты. И человек идет и сам выбирает себе. Это равносильно тому, как у кого-то имеется простуда, и он сам идет в аптеку и уже сам себе диагностуючи, так обирає собі ліки. Да, 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 совершенно верно. Поэтому это, ну, разные вещи. Угу. Тобто все ж таки тут треба порада спеціаліста для того, щоб одразу потрапити в ціль, так, і не ламати собі голову, те ти купив або не те. Да, тому що, ну, є несколько типов кожи. Это сухая кожа, это комбинированная кожа, это жирная кожа. Потом есть проблемная кожа, где имеются высыпания, подсыпания. Потом имеется кожа с куперозом. Это поверхностно расположенные сосуды, которые лопнули. Розація есть тоже. Эти заболевания немножко похожи, но они разные. И, соответственно, крема для розації или с куперозом имеют разные свойства. Угу. Так, тож ставимо собі галочку на рахунок приходу до спеціаліста і отримання професійної консультації з цього приводу, якщо ми дійсно знаємо, що в нас є якісь певні проблеми зі шкірою. Добре, переходимо тепер до новорічної частини, скажімо так. Велика кількість, ну, нехай і час складний в країні, але тим не менш, люди все ж таки збираються і все ж таки жінки не хочуть забувати про те, що треба якось гарно виглядати. Адже мені здається, тут нехай це така трошки мускулінна позиція, так? Але тим не менш, жінка, вона сама себе яскравіше відчуває, коли в неї є якийсь гарний мейкап, коли вона може піти до салону краси, зробити якусь зачіску і все інше. І ось тут також люди, які займаються цим, скажімо так, не професійно, а самостійно, так, вони можуть якимось певним чином за допомогою цієї декоративної косметики травмувати шкіру свого обличчя. Давайте поговоримо про те, про той масив мейкапу, який ми можемо побачити на всіляких святах. Главное, опять же, не травмировать кожу. Что значит травмировать кожу? Это нанесение неправильных средств. То есть декоративная косметика, она не является вредной, но она же и не является полезной. В чем тут суть? Дело в том, что то, что мы видим, кожа – это одно. Сверху кожи у нас есть бактерии наши врожденные, называются микробиом кожи. И наши бактерии должны быть совместимы с декоративной косметикой. Как это происходит? Когда девушка, женщина делает себе мейкап, да, или дневной, или вечерний, ей необходимо полноценно очистить кожу, тонизировать, и потом наносить базу. База – это такое средство, которое будет себорегулировать кожу, да, и на котором будет нормально ложиться мейкап. Вот так, по-простому скажем. И перед этим, опять же, очистить правильно и нанести последовательность мейкапа, последовательность там, у них там разные имеются средства, но по чуть-чуть, скажем так, по-простому, немного. Но самое главное здесь очищение кожи. Так, в першу чергу дивимось на очищення. Якісь певні рекомендації з цього приводу будуть? Смотрите, якщо очищати кожу після мейкапа, к примеру, да, потому что, ну, девушки, да, откровенно говоря, каждый день у них наносится мейкап с утра, когда они умываются, собираются куда-то, у них все время 15-20 минут на мейкап есть. Поэтому после прошлого нанесения мейкапа необходимо умыться. В
первую очередь умывание. Дальше работа гидрофильным маслом с специальными веществами, которые могут полноценно очистить кожу. После этого наносится крем специальный для умывания. После этого крема наносится тонизация. И вот после тонизации можно уже последовательно делать следующий мейкап, который ей подойдет на наступный день. Вот. И в зависимости, опять же, от погоды, если кожа у человека после тонизации чувствует стянутость, сухость, здесь необходимо немножко подпитать кожу специальным кремом. И после этого крема уже наносить там базу и тон, который девушки любят под свою кожу. И уже кожа не будет чувствовать себя стянутость, не будет какое-то неприятное ощущение на лице. То есть дискомфорт буде відсутній. Угу. Так, а якщо говорити взагалі про використання, щоденне використання мейкапу, як ви зазначили, велика кількість дівчат все ж таки користуються ним щодня буквально. Але я думаю, що прихильниці, скажімо так, точки зору здорового обличчя і невикористання косметики, так такого, що має назву звичайного натурального вигляду, з нами будуть сперечатися зараз. Але тим не менш, для тих дівчат, які використовують мейкап, наскільки травматичним він може бути у повсякденні? Смотрите, основные функции нашей кожи – это защита, питание и увлажнение. Если мы с помощью мейкапа нарушим увлажнение, человек будет чувствовать стянутость, да, сухость на лице. Дальше нарушим питание и защиту, функции защиты. Могут спровоцироваться следующие заболевания – это угревая болезнь, это вплоть до акне. Это воспалительные элементы, которые связаны с тем, что закупорка секрета сальной железы, закупорка по-простому пор декоративной косметикой полностью не очистилась, и секрет сальной железы, он выделяется, он не останавливается при выделении, и получается скопление, и это чревато уже неприятными последствиями, да, уже как заболевание. Поэтому в основном необходимо правильно очищать кожу. Тобто тут звертаємо увагу в більшості своїй на те, щоб гарно доглядати не саме під час мейкапу, хоча й під час ми вже проговорили, а вже після, коли повертається людина додому і починає змивати з себе все те, що вона носила протягом дня. Да. Так, добре. Якісь певні рекомендації щодо ось такого постдогляду за шкірою хотілося б також почути. По поводу догляда, ну, следующее, это, опять же, профессиональная косметика, это умывание, опять же, профессиональное, это есть вот гидрофильное масло, мне сегодня супруга подсказала, что вот гидрофильное масло очень хорошо снимает мейкап. После того, как снимается мейкап, да, необходимо стонизировать кожу, то есть восстановить ее, восстановить pH, целостность кожного покрова. Это можно благодаря тоникам неспиртовым. И после этого необходимо, опять же, напитать кожу правильным кремом по типу кожи лица. Это имеется там с расширенными порами, сухая кожа или комбинированная кожа. Все крема имеют свои правильные свойства в зависимости от типа кожи. Так, зрозуміло. В будь-якому разі ми, як завжди, рекомендуємо звертатися до спеціалістів. До вас можна звернутися, я думаю, теж почути пораду вже відносно свого типу обличчя і типу шкіри. Вам хочу подякувати, Олександре, за те, що завітали і дали корисні поради для такої агресивної погоди, яка в нас зараз. І, в принципі, для тих, хто полюбляє використовувати мейкап. Дякую. Благодарю вас. Ну що ж, друзі, Олександр Капелька сьогодні був з нами, косметолог, людина, яка розповіла нам про те, як має виглядати догляд за шкірою, і особливо в зимовий період, це також дуже важливо. Тож, як завжди, за порадами більш детальними для себе відправляємо вас до спеціалістів і бажаємо вам здоров'я. Дякую, що дивились, це був проєкт «Теледоктор», побачимось на першому міському.